Что? Ты хочешь сказать, он живет здесь? Да, в комнате для гостей. Правда, он постоянно спит. Флип, проснись, это я, Майя! Майя, не могу в это поверить. О, Флип! Майя! Я так рада, что ты цел и невредим, Флип! Майя, ну вечно ты преувеличиваешь. Я приготовил замечательный фруктовый пирог. Хотите попробовать? Да, спасибо. Флип, пожалуйста, расскажи мне обо всем, что случилось. Ну, я получил ожог в результате пожара. Поэтому я решил пойти и полежать на снегу, чтобы остудиться. Великий Александр очень умен. Он носит брюки и шелковый пиджак. Он ест, как королевич, все только так. Великий Александр, парам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам. Ой, кто это там? Ты что, решил поспать на морозе? Как так можно? Неужели ты не знаешь, что можешь замерзнуть? Так нельзя! Да, он нес меня домой по глубокому снегу, вылечил меня и заботился обо мне всю зиму. Если бы не он, то все могло бы быть намного хуже. Ой, какой замечательный мышонок. Большое спасибо, что спас моего друга Флипа и вылечил его. Александр, я совершенно не знаю, как мне тебя отблагодарить. Нет, нет, что ты, мне ничего не нужно. Но я буду очень рад, если ты останешься у меня насовсем. Что? Нет, 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 я не могу. Конечно, можешь. О, нет, только не это. Я уже рассказывал историю о том, как получил это замечательное кольцо. Ну да, наверное, раз пять. А я не слышала. Я тебе потом расскажу. Я думаю, что Майя хочет услышать ее от меня, да? Да, очень. Ну ладно, начинай. У меня есть кузина, которая живет в старинном замке в Лондоне. Что? Ты принадлежишь к благородной семье? Однажды туда пробралась обыкновенная полевая мышь и решила немедленно все разорить. Маленькая негодница. В это время я гостил у кузины и смог ее остановить. Я ее прогнал, и в награду за мою храбрость королева лично пожаловала мне это кольцо. Ты встречался с самой королевой? Вот это да! Конечно. Это совершенно невероятная история, моя дорогая. Я с радостью тебе ее расскажу, если ты этого так хочешь. Минуточку. Это наш шанс. Майя, бежим отсюда. Флип, но мы не можем уйти, не попрощавшись с ним. Я больше не могу выносить эти сказки и все эти истории о его знаменитых и выдающихся родственниках. Бежим. Но, Флип, не забывай, он спас тебе жизнь. Майя, это шанс, которого я так долго ждал. Поверь мне, я знаю, почему у него нет друзей. Пусть даже и так, Флип. Я не думала, что ты на такой способен. И это после всего того, но я хочу вернуться к нормальной жизни.